Сегодня в детском лагере «Галактика» открылся региональный этап всероссийских игр школьников или президентских игр. 5 лет назад глава государства подписал постановление о проведении состязаний. Обязательное условие для участников – каждая команда представляет только одну школу. На протяжении 4 лет президентские игры проходят на территории Ангарска. Дело все в том, что здесь есть вот это сочетание, когда рядом с городом есть ряд, ну, достаточно комфортных мест для проживания детей, то есть это загородные лагеря, и в данном случае вот мы в «Галактике». И в самом городе Ангарске есть, ну, достаточно хорошие спортивные объекты, которые полностью по программе, которая предусматривает вот эти спортивные мероприятия, нас удовлетворяют. В течение 4 дней около 100 ребят из 5 крупнейших городов области поборются за выход в финал, который пройдет в сентябре в Краснодарском крае.